Откройте ворота! Вы получите жизнь и свободу! Кто вы такие? Властители мира! Пока еще нет! Станете ими, если покорите нас! В него и целилась. Но попал в него я. Разве это моя стрела? Да, твоя. Давай поищем, он не мог далеко уйти. Дядя Лупер зовет нас, пора возвращаться. А, понимаю, ты хочешь вернуться, потому что не ты, а я попала в оленя. Ай! Тебе не жалко, нет. У него, видишь, слезы в глазах. Да, я ошиблась, это ты его убил. Но и ты стреляешь неплохо. Неплохо? А кто научил тебя держать лук? Ой. Вы мой рок, слышали, а? Задать бы вам хорошую трепку, чтоб мне в другой раз за вами покарать. Да мы уже... Помолчи и слушай. Угадайте, с какой я вестью? Какой? Нет, нет, ты должен угадать. Состязание молодых. Да. На будущей неделе в Аргидаве. Оставьте оленей за мной. Нас ждет Децибал. Догоните меня! А ну, кто первый? Посмотрим. Эй-я! Доковылял? У тебя конь лучше моего. И твой хорош. Просто я лучше езжу. Угу. Ты не пойдешь к руднику? Ну, сходи же, мне нужна вода. Нет?
Носить воду – это твоя работа. У воинов свое мужское дело. А ну-ка, слезай, воин. Ты сходишь за водой? Сходишь, а? Отстань. Нет, нет, стой. Ну-ка, скажи, кто здесь должен приказывать? Кто здесь должен приказывать? Ой, больно. Ну, хорошо, ты пожалеешь. Я собиралась тебе подарить что-то. Так я тебе и поверил. Меда! Меда! Он теперь мой! Да, твой! Ты мне его даришь! Да! Ай-я! Ты им покажи, как нужно метать копье этим молодым неучим. Легионы с Рейна. Копьем Севера. Ты уверен в моей меткости? Того, кто дал тебе первый урок, ты не можешь подвести. Ты очень вовремя явился. Да, почему же, дорогой нашему сердцу император Домициан не прибыл вместе с тобой? А я думал, он поспешит сюда, ведь лавры покорителя даков — это именно то единственное, чего у него нет. Он будет здесь через 3 дня. Ты уверен, что не раньше? Да, он от меня отстал. Его повозки движутся медленнее, чем кавалерия. К тому же с ним множество рабов и множество женщин. И каких, дорогой мой, пуск! Он взял всех и все. Он везет лекарей, и ученых, и цирюльников, и танцовщиц, и тех, что будут подсчитывать датские сокровища. Свою императорскую особу он поручил заботам 5-го итальянского легиона. Уж лучше бы он оставался в Риме.
Лучше для всех. И для него в том числе. Но пока его нет, мы воспользуемся передышкой, особенно ты. А почему пуск особенно я? Иди, иди. Сейчас узнаешь. Отец! О, ты за это время стал еще сильнее и еще выше. Ну, поверь мне, отец, что я все еще беспомощен без твоих советов. Ну-ну, не клевещи на себя. А ты можешь им гордиться. Его военный плащ покрыт громкой заслуженной славой. И пылью. Позволь мне смыть следы этого длинного марша. Моя ванна ждет тебя. Я очень быстро. Ати, Домициан будет здесь через 3 дня. Какое войско при нем? 5-й легион, тот, что я водил в Сирию. Им теперь тоже командует неплохой военачальник. Но он любит вино и деньги. Это мы ему дадим. Но я боюсь, что нам препятствовать будет никто иной, как непосвященный в наши дела Север. Возможно. Я ему не навязывал своего отношения к тому, что творится в Римской империи. Предчувствую, что в первом же сражении с отважным воином Домицианом стрясется что-нибудь. Не должно быть никакого первого сражения. А ты будь откровенен. Ты мог бы мне больше доверять. Почему ты не хочешь войны с даками? И в ту пору, когда ты был жалок и беден, и не знал, кому продать свой меч, и после, в пору твоей славы и богатства, я был тем, кто спрашивает. Прости. Ты прав, Ати. Как ты хочешь, так и будет. Так должно быть, Фуск. Всегда на благо все, что я решаю, и благо следовать всему, что я решу. А, вот и наш юный герой. У меня обед совсем не то, что у Домициана, но я вам предлагаю его от всего сердца. За удачу в походе на Дакию. Ага. Пока я в дороге, они за оргией. Они считают своего императора немощным старцем, и потому не ждали его здесь раньше, чем через 3 дня. Ты еще не на том берегу, отважный Фуск? А, наш мудрец Ати, душа и гордость римского сената, его ум. Что ты хочешь сказать? Ты привез мне вести. И, конечно же, нехорошие, потому ты сюда и явился. Я слушаю. Я приготовился услышать худшее. Странно, что их заставило сбунтоваться именно теперь? Возможно, золото даков. Нет, вы безумны. Или продались? Отказаться от всех выгод этой войны, вернуться в Рим с легионами, которые нечем оплатить? Нет, немедленно переходите Дунай. Я должен буду передать сенату и мнение Фуска. Я ведь военный. Подчиняюсь законам Рима и всему, что постановит Великий Сенат. И я говорю тебе, мне нужно еще 5 легионов, чтобы победить даков. Фуск, в Риме ты меня уверил, что для этого тебе хватит и 1 легиона. Глупейший из моих солдат не мог сказать ничего похожего. Да у вас сговор. Конечно, вам хотелось, чтобы я возвратился в Рим с настроенными против меня, не получившими жалования воинами. Твое слово, Север. Я за войну с Дакией. Но ведь правда и то, что она превзойдет по трудностям Гальскую войну. Это то, что сказал сам Юлий Цезарь. А меня занимает в данный момент совсем не то, что говорил Юлий Цезарь, а то, чем кончил Юлий Цезарь. Домициан, будем говорить открыто. Ты бы, конечно, удовольствовался золотом даков вместо победы над даками. А я говорил и говорю, богатый человек, умнейший человек. Ну а раз дело только в золоте, его ведь можно взять и без войны, если направить к Децибалу человека умелого и ловкого. И кто же этот умелый и ловкий? Небезызвестно, что мне однажды кое в чем удалось уговорить Дуроса, бывшего царя даков. Хорошо, будь так, но только ты пойдешь не один, а с моими людьми. Ну а пока что стройте мост. Аргументы, которые ты приведешь, будут яснее для варваров, если они увидят наши 12 легионов на своем берегу. Я с варварами буду терпелив. Я не очень люблю войны. Меня увлекает поэзия. Но, увы, я не могу ей предаться, зная судьбу Нерона.
мало мы были с тобой. Позволь, я провожу тебя на ту сторону. Я собирался просить тебя об этом. Кажется, всю жизнь я ждал этой минуты. Ждал ее и все же боялся. Я хотел бы понять твои слова. Мы еще многого не поняли в этой жизни, Север. Мы, как раковина, хотим в себя вобрать и безбрежность моря, и его шум. Бывает, что жизнь принуждает нас прятаться от самых дорогих. Мне нужно знать, веришь ли ты мне. Ты для меня первый человек в этом мире. Могу ли я тебе не верить? Я хочу побыть с тобой еще немного. Хорошо, отец. Я только предупрежу твою стражу. Ищите! Сан, разреши мне первым идти в атаку. Сенат Великого Рима, его народ, сегодня потеряли самого лучшего из нас. Я скорблю. В драгоценном сосуде я пошлю его прах в Рим. В город, который любил его, который любил он и которому служил как никто. А варвары, они узнают гнев и месть Рима. Только пятеро осталось в состязании. Так будьте мужественны в борьбе, и пусть победит лучший.
Теперь осталось трое! А, моя выучка! Хотя, если говорить правду, то я еще и сегодня срезал бы лучше! Смотри, смотри! Децибал, римляне переходят Дунай. Я уложил первого же, которого увидел. Это единственный римлянин, которого не следовало убивать. Я думал, что каждого надо. Катизо, пусть победит другой. Ты что, смеешься? Нет, я тебя прошу. Война, Катизо. Ты не должен побеждать. Понял меня? Все понял. Да? И обещаешь? Победить. Я обещаю это. Децибал, победу одержал лучший, твой сын. Нет. Дождемся их здесь и перебьем до одного. Что же это? Я Лупер. И вдруг покажу римлянам спину! Их 12 легионов. 72 тысячи хорошо вооруженных и обученных воинов. И ведет их префект Фуск. Кто тебе сказал? Золтес. А сейчас до того времени, когда мы победим или умрем, я один буду приказывать. Стариков, женщин, детей отправить в горы. А ты здесь до ночи удержишь римлян, а потом уйдешь. И не вздумай сложить голову, герой Лупер, а то я тебе ее оторву. Учил нас быть трусами. Почему же мы теперь должны убегать от врагов? Нам нужно избежать этой войны, Катизо. Прости меня, отец. То же самое я слышал от Меды. Но я ни за что не отступил бы перед римлянами. Разве ты, сын мой, и все остальные больше уже не верите мне? Разве я говорил это? Я горд тем, что я твой сын. А наши люди, они пойдут за тобой куда угодно. Иди. Возьми Меду и помоги людям. Я вас догоню.
Они что, повымерли? Должно быть живо, раз приготовили к встрече столько цветов. Видишь, они уже побежали. Нет, юноша. Они снова пойдут в атаку. Посмотри туда. Thank you.
Поскорей! Мы должны быть живы до самой полуночи. Мы должны, понимаешь, должны! Быстрее! Вперед, кавалерия! В атаку! Вперед! Твое хладнокровие и мужество в сражении несравненны. Отец твой, славный Атий, будет сегодня отомщен. Дурно пахнет здесь. А сейчас спуск. Пленников. Марк. Это все? Один пленник? Ты доблестно бился. Не запирайся, и ты узнаешь, как великодушен Рим. Где ваш Децибал? Если бы меня не отняли оружие, ты не был бы так отважен. Человек с неумытым лицом. Ты хочешь оружие? Вот оно.
ничего. Никакого вкуса. Этот мишурный блеск нужен варварам, которые придут уверить меня в своей покорности. На этом троне сидел сам царь Беребиста, один из самых мощных противников Цезаря. Если ты примешь варваров здесь, они будут сражены. Ну что ж, сразим их, Фуск. Ведите же варваров. Который же из вас Децибал? Децибал наш мудрый царь, здесь его нет с нами. Мы его посланцы к римскому императору Домициану. Это ты? Я слушаю. Колчан со стрелами. Лемех плуга. Я совершенно удовлетворен нашими переговорами и был рад вас принять. Что касается моих условий, то я их сообщу Децибалу через своего приближенного. Поводите посланцев по лагерю. Пусть они все увидят. Как можно больше пусть увидят. Опиши смущение дикарей перед просвещенной мудростью. Фус, что это такое? Что это могло бы значить? Ты знаешь ведь, что иносказание принято у варваров. Это тоже что-то в этом роде. Мышь — это земля, лягушка — вода, птица — это небо, его бескрайний простор. Ну, стрелы — это их оружие, а лемех плуга — труд и урожай. То есть, иначе говоря, всем этим тебе дают понять, что Децибал готов покориться. Все, что ты услышал, запиши. Дорогой мой Фуск, ты опять поверг меня в изумление силой своего ума. С этими мышками и птичками делать все, что вам угодно. Но чтоб прытельность Фуска не была забыта, сохраните клетки. Привет тебе, Децибал. Рады видеть у нас легата Севера. С чем прислал тебя твой повелитель? Домициан, римский император, благосклонно принял твое послание как знак твоей покорности и передает тебе, что прибудет в Сернесе Гетузу, чтобы лично короновать тебя царем Дакии, вассалом непобедимого Рима. Сенат же, Децибал, нарекает тебя пожизненно другом римского народа. Это все. Легат Север, по обычаю наших предков, каждый, кто пришел к нам, наш гость. Пейте же вино этой благословенной земли, родины Диониса. О том же, кому покориться, кому властвовать, поговорим завтра. Потому что завтра мы будем лучше знать друг друга. Так. А ну-ка, римлянин.
Я хочу спросить тебя, Децибал, не подумай, что только из любопытства. Я стремлюсь понять людей, с которыми воюю. Ответь, почему, умирая, даки смеются? Он хвастает, что видел умирающих даков. Веда, чашку вина нашему дорогому гостю римлянину. Прислуживать врагу? Извини, не буду. Он сейчас мой гость, этот римлянин. Налей ему вина. Эй, воин, не хочешь ли полакомиться малиной? Ты мне так и не ответил. Прости, если этот вопрос тебе неприятен. Но почему, умирая, даки смеются? Замолцис дал нам несколько жизней, Север. Как же мы должны уходить из этой жизни в другую, если в ней нам будут открыты другие тайны неба и земли? Проливая слезы или смеясь, чтобы он, Замолцис, видел, как мы радуемся смерти. А как умираете вы, римляне, скажи, Север? Скоро мы увидим это. Не таи обиды против моих детей. Когда у волчат прорезаются зубы, они начинают кусаться. Откуда у тебя этот медальон? От моего покойного отца. Отец единственный римлянин, которому я не желал смерти. Мы еще многого не поняли в этой жизни, Север. Но мы вроде раковины. И хотим вобрать в себя и рев моря, и его безбрежность. Я хочу понять тебя, Децибал. Пойдем со мной, молодой римлянин. У нас много золота, Север. В нем, наверное, и заключено наше проклятие. Оно притягивает, околдовывает и заставляет испытывать к нам вражду. Не всех, конечно. Не все им побеждены. Это я знаю. Таких мы принимаем как друзей, но не как господ. Это священный закон даков. Всех вместе и каждого. И он будет жив, даже если... мы все погибнем. Здесь покоится прах наших соотечественников, тех, что не позволили чужой ноге пригнуть наши головы. Цари, жрецы, вожди племен, Аролис, Беребиста, Дочинео, Скорина. А здесь должен был покоиться прах великого Золтоса. Того, кто был известен вам как Атти. Твоего отца. 40 лет тому назад он отправился в Рим под именем одного римского патриция, который жил в Мезии. Каждый год я грузил корабль золотом и посылал ему. Даже римские ворота открываются золотым ключом. Ати сообщал мне все, что замышляют в Риме. А я не мог понять, почему он так не хочет войны с вами. Так мой отец не римлянин, а дак. Но мог ли я подумать, что он таится от меня? Он хотел, чтобы ты обучался военному ремеслу в лучшей армии мира. Но не для того, чтобы ты завоевывал землю его отцов. В один прекрасный день
он бы открыл тебе свою тайну. Но не открыл, а теперь поздно. Говори, что вам от меня нужно? Откликнулся ли на твой зов сын Золтоса? Даже прирученный волк не может не откликнуться на зов из леса. Лишь бы этот зов был и громок, и настойчив. А был ли он громок и настойчив? Тебе сейчас так же трудно, как мне, когда я толкую знаки Замолксоса. Ты их побьешь в сражении? Они бывали биты, но побеждены не были ни разу. Они очень упорны, очень сильны, очень жадны. Их очень много. А ты же знаешь, от них можно откупиться золотом. И за что? Тот, кто отдален от людей и суеты, все видит глубже, чем живущий в суете и с людьми. И унять свою гордость иногда бывает труднее, чем одержать победу в неравной битве. Ты же сильный, Децибал. Так подумай, не следует ли тебе унять свою гордость? Я подумал. Но ведь если примирить свободных людей с тем, что они могут жить в подчинении чужой воле, мы станем рабами. Но если мы будем сражаться так, чтобы в грядущие века наше мужество и отвага стали укором для всех, кто не устоит и склонит голову перед врагом, мы выживем и победим. И наша земля будет нашей, какие бы бури над ней ни бушевали. Децибал, если ты выбираешь войну, то нужно послать гонца к Замолксису. Но ведь ты знаешь, что велит закон. Гонцом может быть. Знаю. Что ты мне ответишь, Север? Я жду твоего ответа, Децибал. Что мне передать императору? Что ему неверно истолковали мое послание. Я скажу тебе, что оно значит. Если вы не зароетесь в землю, как серые мыши, не спрячетесь в воду, как лягушки, не воспарите воздух птицами, не уйти вам от наших стрел, не спастись. Потому что мы живы этой землей. Что мы готовы принять его мир. При условии, что каждый римлянин будет платить нам в год 2 золотых. Легат Север. Выслушай меня, прежде чем увидишь своих головорезов. Тот, кто будет убивать своих, недостоин этого священного знака. Катизон, сын царя Децибала, будь горд, возрадуйся. Ты самый чистый, самый достойный, самый отважный из наших отважных сынов. Ты уже знаешь, чего хотят братья твои. Пусть же их через тебя услышит Замолксис, наилучший из богов. Запомни, сын мой,
что я прошу у Бога за Молтиса. Дождя, чтобы напоил нашу землю. Вечного мира между нами и победы над врагом. Больше я ничего не прошу у него. Он уже ушел, наш посланец за Молтису. Возликуйте, братья. Не весело смеетесь? Или вам кажется, что мой сын не настолько был чист и мужествен, чтоб к нему прислушался великий Замолксис? Заждали знака, чтобы услышали? Бог запаздывает с ответом. Я вот сказал, радуйтесь! Thank you.
Можешь ты мне сказать, для чего это? Могу, Мирда, чтобы не идти против нашего закона. Закона? Но почему же можно сейчас приступать к закону? Разве он не велит ждать и в молчании, пока Бог подаст знак, что он услышал нас? Ты хотел дождя, но его нет, и небо ясно. Почему же ты велишь радоваться, если небо еще молчит? Почему ты принес в жертву Катизо? Молчи, Веда. Если бы он сложил свою голову на поле брани, я о нем бы не стала плакать. Я тоже улыбалась бы, как он, когда прощался. Я больше не верю этому Богу. Я больше не верю в его щедрость. Что бы он не дал нам теперь, он у нас слишком много взял. И закон этот плох. Это закон Даков. Таким он завещан нам нашими предками. Плох он или хорош. Так же, как нашу землю, плохую или хорошую, нам завещали предки. Ну, где то, что вы для нее просили? Дождь. Кто был храбрее нашего Катизо? Кто был лучше? Кто был чище? Так и чего ж он молчит? Замолкся. Довольно, Меда. Что ж он не дает нам дождя? Уходи! Лошадей быстро перегнать туда, повыше. Перевести больных и провиант. Эй, возвращайтесь! Случилось, Фуск. Ничего, еле двигаемся. Это не военный поход, а прогулка. Их надо подгонять. Я спросил, что с тобой случилось? Старая рана болит. Как улитки движутся. Так вдруг разболелось. Ничего не вижу в пяти шагах. А кроме того, ты устал. Тебе нужно отдохнуть. И легионы тоже очень устали. Отдохнем. Нет, мы пойдем дальше. Какой отдых? Я тебя не узнаю. Ты уже не тот, что был еще недавно. В чем я изменился? Пренебрегаю долгом? Долг ты выполняешь, но и только. Ты прав. Эта война мне не по душе. Как не по душе была моему отцу. Ты воин, Север. У меня есть неплохой план. Какой план, Фуск? Скажу, но не сейчас. Потерпи немного. Слушайся моих приказаний. И да помогут нам боги. Подгони свое войско. Пусть двигаются побыстрее. Марк! Скорее! Эй, что вы там ползете?
Домициан, я узнал, что два моих легиона тобой задержаны. Я спрашиваю, для чего они нужны в твоем лагере? Для того, чтобы меня охранять. Видишь ли, дорогой мой Фуск, не стану таить, что твои скачки от чрезвычайной осмотрительности к безоглядной храбрости меня пугают. Готов признать, что в этом секрет стратегии. Но я не люблю секрет. Очевидно, оттого меня все таинственное и пугает. Иди, разбей даков, а потом я появлюсь. Моя сила в том, что я появляюсь вовремя. Ты меня понял? Появляюсь вовремя. Это гениально. Разрешишь записать? Разрешаю. Когда с изумлением увидели даки высокую доблесть Рима, они со стыдом отреклись от своих варварских обычаев. Когда с изумлением увидели даки высокую доблесть Рима, они со стыдом отреклись от своих варварских обычаев. Фуск! Кавалерия легата Север наткнулась на варварское войско. И атаковала его? Север не отдал приказ атаковать. Не отдал? Чего ты ждешь, Север? Перед тобой варвары, а за тобой лучшая кавалерия империи. Я опасаюсь ловушки и не пойду в атаку, пока не дождусь своих разведчиков. Атаку, Север! Неужели тебя испугал это сборище дикарей? Посмотри на скалы! Ничего я там не вижу! Вперед, в атаку! Отважным сопутствует удача! Тебе отвечать, Фуск. Вперед, кавалерия! Они в западне. Всем повернуть в ущелье! Thank you.
Несмываемое пятно бесчестия легло на ваш легион! Вы трусливо бежали от неприятеля! Бросили орла, которого вручил вам Цезарь в год основания вашего легиона! Но это еще не все! На произвол неприятеля вы бросили тело вашего командира легата Севера! А легат Север был уверен в вас! Разве бы он пошел иначе в эту рискованную атаку? Я знал, что его план безрассудно смел. Я ему противился. Но он меня уговорил, ссылаясь на ваше беспримерное мужество, рассчитывая на ваш опыт и стойкость. Он в вас горько ошибся и меня ввел в заблуждение. Вы предатели! Вы не заслуживаете прощения! Отныне Рейнский легион не существует! Маркам, откройте счет, первым будет он. Ты, оказывается, неплохо видишь, Фуск. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре. Thank you.
почему ты так долго выбирал между жизнью и смертью? Ведь хочешь... Пей. Смотри, не обожгись. Это вино, разбавленное кровью медведя. Довольно тебе лежать. Ну-ка, вставай. Это мясо медведя. Вкусно. Говорят, что в Риме вы едите павлиньи языки. Ну, а что еще мы там делаем? Много зла. А ты меня спасла? А что, не надо было? Однажды Катизо упал с лошади и сломал себе ногу. Я за ним ухаживала. Он в кровь кусал губы, чтобы не плакать. Это его оружие? Да, его, и довольно. На, идем. Почему люди не живут счастливо? Зачем они враждуют? Не задумывался. Я всегда был только солдатом. Нельзя долго лежать, а то земля тебя одолеет. Ты еще слаб. Эти одежды? Я нашел их в нашей хижине. Не сердись. Я не сержусь. Тебя могли увидеть. Чего ты боишься? Скажи, ты хочешь уйти? Это единственное, о чем я и не думал с тех пор, как с тобой. Вы, римляне, куда вы идете после смерти? Никуда не идем. Нас везут через реку. Но проверить это трудно, оттуда не возвращаются. А он вернется? Кто? Мой брат. Он умер? Thank you.
Меда. Меда! Меда! Вот мы и свиделись, легат Север. Едем к Децебалу. Колени, Север, приказывай другим. Иди, ты свободен. Ну вот я перед тобой пленником стою, Децебал. Ты теперь доволен? Теперь и доволен. Чего ты от меня хочешь? На что надеешься? Чтобы я командовал твоей кавалерией? Чтобы я римлянин предал римлян? Нет, нет и нет. Ты бы сам меня презирал. У меня сын был только один, Север. Ты видел его, когда он пришел к нам впервые. Я знал, что он должен будет умереть, если начнется война. Ты похож на него. Ты отважен, Север. И так же чист, как он. Когда мы впервые встретились, я ни о чем тебя не просил. А участь моего сына уже была предрешена. Я не мог просить. В ту ночь под угрозой был только мой ребенок. А теперь все под угрозой. И я тебя прошу. Чего ты хочешь, Децебал? Что я могу для тебя сделать? Убеди Домициана начать переговоры. Мне нужно время. Нет, только нет. Время. И нет, я выиграю. Это невозможно. И так легионам давно не плачено. Они взбунтуются. Если я тебя отпущу, что ты будешь делать? Долг исполнять. Ты понял меня, Децебал? Да. Меда будет просить богов, чтобы ты остался жив. И я желаю тебе уцелеть в бою. Но чтобы нам завтра не встретиться... Эй! Я освободил сына Золтоса. Он волен отправиться к своим. Thank you.
О чем ты думаешь, хозяин? Север, живот! Откуда ты взялся? Уйди. Зачем ты погубил мой легион? За что ты убил Марка? Много знал, вот за что. Север, настал черед старого отважного воина стать властелином, твердым и неумолимым, повелителем, потому что только кнут и твердость могут спасти Рим. Я спрашиваю, зачем ты убил Марка? Марк, кто это? Кто он? Я ведь даже лица его не могу вспомнить. Он спас тебе жизнь в Аргидаве. Север, больше я не стану одерживать победы для других. Для глупцов и развратников. Я, Фуск, создал двух императоров. Веспасиана и Домициана. И довольно. Сейчас, Север, в этом походе на Дакию легионы изберут своего императора. Он возвратится в Рим в блеске славы, в сиянии золота. С поверженным царем даков, который будет привязан к его колеснице. Он даст зрелище хлеб плебеям. Он завоюет новые земли для Римской империи. Он заставит дрожать перед собой весь мир. Безумец. Почему, Север? И твой отец рвался к власти. Что ты о нем знаешь? Мой отец был даком. Он хотел защитить свой народ, свою землю от вторжения легионов врага. А, ну понятно. Потому он и не хотел войны с Дакией. Я не жалею теперь, что он умер. Указчиком меньше. Сам буду командовать своим войском. При Атии я желал поражения Домициану. А ты мертв, я желаю победы Фуску, и хоть по отцу ты дак, ты будешь наместником в Дакии. Но ты еще не император. Север! Ты мне противен, Фуск. Мой дорогой Север, тебе не повезло, ты пришел поздно и не успел предупредить несчастье. Увы, наш доблестный Фуск угодил в западню, расставленную варварами. Я скорблю. Он жертва собственного энтузиазма и погиб от того, что все хотел сделать один. Мы посвятим герою несколько стихов в поэме. Идем, Север, легионы ждут тебя. Поведи их вперед.
Я тебе жалую титул наместника Дакии уже сейчас. Мне очень по душе герои, но живые, а не мертвые. Пуск! 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 Почему мы стоим? Чего ждем? Я поведу своих в атаку. Ты будешь стоять и ждать моего приказа, Лупер. Нет, я знаю, что нужно делать. Я тебе сейчас это покажу. Ай-я! Эй, римляне, вот он ваш орел. Ай-я! Ты видишь? Я их все-таки расшевелил. Останься здесь.
все, что я сумел для тебя сделать.